Добрый день, у нас занятие четвертое. Так, ну и сегодня мы рассматриваем командную строку меню данных. Это помещение. Итак, заходим на закладочку помещения. Так, вот у нас открывается пустая закладочка. Так, с чего мы начинаем? Итак, вот у нас здание. Начинаем мы с подвала. То есть у нас подвал. Так, плана подвала у нас нет, но он будет простой. То есть будет с четырех сторон идти наружные стены, то есть внутри перегородок не будет. Ну и размером 10 на 10. Соответственно, ну а остальные размеры показаны здесь. Итак, как мы добавляем этажи? То есть вот здесь сначала добавляет новое помещение, то есть открывая кнопку выпадающее меню, то есть здесь появляется несколько значений. Мы добавляем соответственно этаж. Так, называем этот этаж вал. Так, ну и либо здесь описание меняете, либо на вас просто дублирует то, что вы задали в символах. Итак, дальше отметка пола. То есть согласно у нас минус 2,5. Так и ставим. Так, высота этажа. То есть равно 2,5. То есть внимательно смотрите, то есть какая толщина перекрытие у вас получилось в расчетах. То есть, соответственно, высота этажа у нас равно 2,5. Так, ну а высота помещения, то есть 2,5 мы читаем 1,5, получается 2 метра. Так, вот, мы задали этаж, теперь к этому этажу мы добавляем соответственно помещение. Вот оно привязалось к этажу. Так, ставим символ 0,1. Дальше тип, либо выбираем из предложенного перечня, либо можно написать вручную, это без разницы. Так, и вот здесь у нас нужно ввести необходимую температуру, но у нас подвал неотапливаемый, поэтому вместо типа отопления ставим, что у нас нет отопления. И тогда мы, когда перейдем на закладочку ограждения, то вот здесь вот в замене типа, то есть вам температуры нет необходимости вводить, она посчитается автоматически. Итак, метр квадратный у нас 10 на 10, то есть либо сразу же ставим 100, либо можно основными действиями, то есть 10 звездочка на 10, то есть получить соответственно величину 100. Так, теперь следующее действие. Мы начинаем забивать ограждение. То есть у нас ограждение следующее. У нас будет выступающая наружная часть и заглубленная часть наружной стены. Так, как вводить нужно ограждение? То есть это нужно вот открыть руководство пользователя. То есть найти здесь вот на 91 странице ввод помещений. Давайте 98 страницу. Так, и вот здесь вот на странице 97, 99. То есть показано принцип, как. Ну, по правилам лучше вводить ограждение. То есть всегда начинаем с наружной стены, идем по часовой стрелке и вводим соответствующие стены. То есть внутренняя стена и так далее. То есть, ну и здесь вот показаны различные рисунки, различные конфигурации стен, как применить обход. Ну а у нас получается, соответственно, вот этот вариант для подвала. Так, ну и всегда я буду использовать вот этот вот принцип, чтобы потом не останавливаться. Итак, начинаем с севера и идем. То есть у
у нас есть наружная стена, сориентированная на север. Да, вот, кстати, обращаю внимание, видите, красным цветом, то есть если вы откроете, вам покажет, что есть какие-то неведенные данные. Так, ну, чтобы сразу же ввести все значения, то есть я сразу же задам все наружные стены четырех сторон, то есть север, восток, юг, запад. Так, восток, юг и запад. Здесь на латинском, ну, в подсказках переведено. Так, теперь ставим длину. То есть рекомендую ставить от оси до оси. То есть ставим здесь длину. То есть у нас получается 10 метров. Здесь 10. Здесь 10. Здесь 10. Здесь 10. Так, здесь вот сразу же автоматически нам ставят длину наружной стены высоты этажа. Но у нас наружная стена только часть выступает, то есть минус 1 и 1. То есть, соответственно, высота будет у нас 1 и 1 везде. Так, ну и задаемся этими значениями. Так, следующее действие. Следующее у нас наружная стена, которая примыкает к грунту. Так, ну и тот же самый принцип, то есть стена наружно примыкающая к грунту. То есть я сразу же задам все четыре значения. Так, ну и опять наружная стена. Все те же стороны света. Север, восток, юг и запад. Так, длина 10 метров. То есть все, мы это задали. Да, и кстати, вот здесь вот уже автоматически за вас считали остаток, то есть у нас остаток 1,4. Так, ну и еще одно действие, то есть нам пол в подвале необходим, то есть задаемся пол в подвале. Так, дальше либо опять 10 умножить на 10, либо сразу же ставим 100. Так, все. Так, еще у нас есть перекрытие над подвалом, но ввиду того, что у нас пока нету соседних помещений, то есть мы о нем не вспоминаем. Итак, мы задались первым помещением, которое у нас находится в подвале. Следующее действие, добавляем мы опять этаж. Это у нас будет первый этаж. Так, и пишем первый этаж. Так, дальше отметка пола у нас 0,0. Отметка пола 0,0. Так, высота этажа у нас 3 метра. Вот. Метра высота помещения 2,7, межэтажное перекрытие 0,3 метра. Так, ставим 2,7. Так, следующее опять добавляем помещение к этажу. Так, ставим символ
Так, нумерация помещений. Ну, я пронумерую, можно как 1, 2, 3, 4, часовую стрелку сверху вниз. 1, 2, 3, 4. Дальше 5, 6, 7, 8. Либо я сделаю так вот здесь вот 101, 102, 103, 104. А здесь 201, 202, 203, 204. Ну, как обычно. То есть первая цифра будет говорить, на каком этаже находится помещение. Либо, если это у вас, например, многоквартирный дом, можно по номерам квартир. То есть выбирать. То есть это как правило. Ну и начинаем с первого помещения. А именно это у меня вот будет кухня 100, первое помещение. Так, ищем кухню. Так, температура там согласно норм должна быть от 19 до 21, ну, возьму 19. То есть там показывает то, что записано в базе общей для вентиляции. Так, дальше размер 5 на 5, то есть получается 25, либо 5 можно 5 умножить на 5. Так, и идем согласно руководству по часовой стрелке, то есть наружная стена и внутренняя. Итак, наружная стена. В этой наружной стене у меня есть окно. Так, обращена она на запад. Так, ну и длина у нас 5 метров. То есть высота 3 метра, все нормально. Так, следующая наружная стена, которой также присутствует наружное окно, обращено на север. Так, и длина 5 метров. Ну и вот тоже, вот видите, после ввода, то есть исчезает. То есть, если вы все правильно вводите, за вами программа смотрит. Так, теперь у меня есть внутренние стены, но нет еще соседних помещений. Поэтому мы пока нет соседних помещений, то есть игнорируем внутренние стены. Так, ну есть у нас подвал. Соответственно, перекрытие над подвалом. Так, я ставлю номер помещения, с которым он ограничен. То есть подвала. И ставлю, то есть ту площадь. То есть у меня 25 квадратных метров. Так, все. Следующее опять добавляем помещение. Это у нас 102. Вот мы прихожая. Так, ищем прихожую. Есть. Так, ну температуру можно 18 задать. Так, площадь 25. Так, ну и здесь тот же самый принцип. Стена наружная, так, стена наружная. В этой стене наружной у меня находится входная наружная дверь, сориентированная на север, длина наружной стены 5 метров. Так, опять стена наружная. И уже окно. Которое обращено, соответственно, на восток. 5 метров. Так, теперь внимание. То есть вот у нас есть 27 помещений, в которых есть перегородка. Поэтому вставляем перегородку. Внутренняя стена, которая находится внутренняя дверь. Так, и граничит со 101 помещением. Длина 5 метров.
Так. Этой пока нету. Нету помещения. Поэтому и не рассмотрим внутренние стены. Ну и опять остается перекрытие над подвалом. То есть граничит с первым помещением, указываем. Так, в количестве 25 квадратных метров. Потому что размер у меня всех помещений 5 на 5. Так, следующее действие. Опять добавляем помещение. Это у нас 103 помещение. Так, тип помещения. У меня жилая комната. То есть можно выбрать все, что различно. Можно просто комнату. Можно спальню, гостиную. Ну, пусть гостиная будет. Так, температура 21 градус. Площадь 25. Так, ну и опять. То есть идем от наружных стен. Так, стена наружная. Есть там окно. Стена наружная. Также есть окно. Обращена на восток. Обращена на юг. Так, 5 длина метров. Уже 5. Так, опять у нас есть уже помещение разбитое. Поэтому добавляем внутреннюю стену, которая есть дверь внутренняя. То есть помещение у нас 102, с которым граничит 103. Ну и также 5 метров. Так, ну и опять у нас перекрытие над подвалом. Помещение 01. 25 квадратов. Так, ну и остается последнее помещение. Это 104. Пусть будет спальня. Также 21 градус ставим. Так, забываем, что смотрим температуры. И ставим те температуры, которые у нас по норму. Так, ну и 104 у нас помещение. Опять идем по стенам наружным. По часовой стрелке. Так, стена наружная и окно. Опять стена наружная, в ней окно. Так, это у нас обращено на юг, это у нас обращено на запад. Так, теперь здесь у нас 104 помещение граничит с этим и с этим. Значит, вводим две внутренние стены с входными дверями. Так, внутренняя стена. Входная дверь внутренняя. Еще одна стена внутренняя. И также две. Так, здесь пишем 103 помещение. Здесь пишем 101 помещение. То есть 103 и 101. Так, блин, не забываем. Подсказка красным цветом, что что-то осталось неведенным. Так, ну и осталось последнее перекрытие над подвалом. Опять пишем номер помещения 25 квадратов. Так, ну вот и все. То есть внизу отображаются основные расчеты, то есть
общие теплопотери составляют 2324 ватта. Ну и в остальных помещениях точно так же смотреть можно. Здесь он 2311, здесь 2038, ну и здесь 2221. Так, и вот здесь я хочу обратить внимание, то есть когда мы зайдем в подвальное помещение, то есть у нас здесь появились перекрытия над подвалом, ну и в данном случае из-за того, что тепловой поток из помещения первого этажа идет в подвал часть, то есть у нас температура в подвале -6,6 получилось, что достаточно для проводки коммуникации, там, например, канализации пластиками, который у нас допускается у них производитель до -12, то есть выдерживает. Это еще учесть при том, что при температуре наружного воздуха -3,4, то есть если когда температура наружного воздуха будет выше, то есть а средняя температура -5,6, по-моему, была, то соответственно температура будет положительная. То есть это только экстремальные, самые низкие температуры, которые бывают раз в 5 лет, ну, максимум месяц. Так, ну и производим следующее действие. Ну здесь можно сделать по порядке, то есть поменять расположение без проблем. Либо оставить в том варианте, который был. Так, следующее действие у нас — это добавляем опять этаж. Так, опять перевести его в свое положение. Так, пишем второй этаж. Так, отметка 3 метра. Так, высота этажа 6200, то есть внимательно смотрите. То есть 2,7 плюс толщина перекрытия чердачного, но не стандартная. То есть у нас получается высота этажа 6200. Так, стоп. Не 6200. А 3,2, то есть 6,200 считаем 3, получается 3,2. Окно высота помещения 2,7, то есть толщина перекрытия чердака получилась по расчетам полметра. Так, ну и опять добавляем помещение. У нас 201 помещение, то есть опять жилая комната, ну и идем по часовой стрелке. Так, тип помещения, пусть будет спальня, температура согласно нормам 21, 25 квадратных площадь. Так, опять стена наружная, в ней окно. И стена наружная, не окно. Так, это смотрит у нас на запад, это смотрит у нас на север. Так, длина 5 метров. Так, если бы у нас температура здесь была выше, либо ниже, нежели помещение данного, то тогда мы добавили перекрытие межэтажное, ну опять тепловой поток либо был сверху вниз, либо снизу вверх. Но ввиду того, что температура практически одинаковая, отличается на 2 градуса, там 19 было, здесь 21, то есть на 2 градуса. Поэтому не добавляем. Так, теперь насчет перегородок, опять у нас нет соседних помещений.
перегородок нет соседних помещений. И чердак мы добавить не можем, потому что у нас нет пока чердака. Поэтому остается пока вот этот вариант. Так, добавляем опять помещение. Так, это у нас здесь второе помещение. Там холл. Ну, холла тут нету. Давайте предположим, также добавим. В принципе, тоже 18 градусов. 25. Так, ну и опять у нас стены наружные с окнами. По часовой стрелке входим. Так, север. Пять метров. Ну и тут задаются значения. То есть про окна те размеры, которые мы задали в ограждениях. Так, ну и здесь у нас добавляется внутренняя стенка с дверью. Так, и он ограничен 200 первым помещением. Так, длина 5 метров. Так, здесь все, следующее помещение. Третье тип помещения. Давайте опять спальню. Температура 21, квадрат 25. Так, ну и опять стена наружная, окно, стена наружная, окно. Ну и будут внутренние. Так, стена наружная. Типа пакет. Стена наружная. Типа пакет. Дальше обращено на восток. И обращено на юг. Дальше. Внутренняя стена, входная дверь внутренняя. Так, и граничит она 202 помещением. Так, и не забываем длину 5 метров. Так, ну и осталось последнее помещение. Это у нас 204. Комната, игровая, еще что-то. 21, 25. Так, ну и опять стена наружная. Стена наружная с окнами. Это у нас на юг, это у нас, соответственно, на запад. Так, дальше внутренние стенки с дверьми. Внутренние стенки. Дверьми. Итак, одна у нас граничит с 203, одна у нас граничит с 201.
Так, опять не забываем длинный. Вводим соответствующие значения. Так, все мы ввели. Точно так же получили мощности через ограждение, через вентиляцию. Так, ну и суммарное значение. Так, ну и следующий. Добавляем этаж. Так, переведем его. Пишем чердак. Так, отметка пол. Вот отметка пола 6,2. Высота этажа. Высота этажа 1,8. То есть из 8 читаем. То есть сюда получается 1,8. Так, высота получается 7,7 вычесть. 6,2, 1,5. Высота помещения. Так, ну и опять тот же самый принцип. Добавляем одно помещение. Все равно будет 301. Так, это у нас будет чердак. Чердака нет, знаете, посудное помещение без окна просто сделаем. Так, ну и тот же самый принцип, то есть это будет у нас с двух сторон треугольник, наружная стена, а с двух сторон у нас будет просто кровля. Так, и здесь тоже внимание, у нас чердак не отапливаем, то есть заходим в закладку и пишем, что у нас нет отопление, то есть температура должна считаться сама. Итак, с двух сторон у нас стены наружные. Одна обращена на север, вторая обращена на юг. Так, здесь внимание, ввиду того, что у нас треугольник, то есть согласно треугольнику площадь определяется основание на высоту, деленное на пополам, поэтому длину берем не 10 метров, а берем только 5. Здесь тоже только 5. Так, дальше у нас кровля с двух сторон. Запад. Так, ну и здесь нам нужно задать площадь, то есть, ну а площадь, то есть здесь нужно будет соответственно посчитать, ну, одна сторона 10 метров, вторую нужно найти гипотенузу, ну приблизительно где-то 6 метров получается, то есть 10 умножить на 6. Здесь сразу 60 видим. Так, и здесь добавим перекрытие под чердаком. 4 штуки. Потому что они граничат с помещением второго этажа. Так, здесь забьем помещение, то есть 201. Второе, 203. Можно было это сделать здесь, можно было вернуться на второй этаж и добавить. Так, 25 квадратных метров, 25 квадратных метров,
25 квадратных метров. Так, ошибка еще есть. 25 квадратных метров. Вот, все, мы посчитали. То есть эти перекрытия автоматически добавились в помещение. То есть вот я перевел. Так, ну и температура на чердаке у нас получается при данных ограждениях минус 13,8. Это самый холодный период, когда снаружи минус 3,4. Ну, соответственно, когда снаружи будет выше температура, минус 5,6, соответственно, будет температура здесь повыше. И, скорее всего, положительная. Так. Есть какие-то у нас ошибки? Забыли задать площадь, то есть 100 квадратных метров. То есть вот мы посчитали. Так, спасибо за внимание. Так, ну и до следующего занятия.